Тогда начнем. Начнем мы с управления. А тут уже все окей. Сюжет тут шикарный. Вы в тюрьме, козел, за преступление в ведьмовстве. Теперь сбеги отсюда. И вот первая локация, тюрьма Ангуса. Привет, Нойр. Да нет, не особо. Пионер, что, тиховато играю или я? Соответственно, тут первая локация обучает нас, что тут можно делать. Вот некоторые говорят, нажми нумпад 2, чтобы прыгать. Другие говорят, нажми нумпад 2 дольше, чтобы выше прыгать. А я говорю, нажми его дважды. Да, тут в игре с самого начала есть дабл джамп. Собственно, кнопочки, платформочки. Нажмите вверх возле двери, чтобы войти. Таким образом, каждый уровень сводится к тому, чтобы добраться до двери и выйти отсюда. Как бы странно это ни звучало. Да, эти блоки. Сейчас. Эти блоки могут раздавить, если упадут на вас. Ну, тут пока это не страшно. Дальше давить будут чаще и больше. Пока что, в принципе, ничего сложного нет. Вот также тут есть некие черепа, как переключатели или вроде того. И вот мы встречаем на своем пути первого нашего друга. И единственного. Это мышка. Хочешь сбежать? Тогда ты не одинок, я пойду с тобой. И можно теперь воспользоваться его помощью. Например, сюда мы пройти не можем. Можем пустить туда мышку. И она нажмет нужную кнопку. Чтобы снова призвать ее назад, можно на ту же кнопку призыва и нажать. Также ее можно просто оставить где-нибудь лежать. Например, когда мы наступаем на эту кнопку, вылазят блоки. Уходим с нее, они исчезают. Соответственно, просто оставляем тут мышку и проходим дальше. Также у нас есть даш, которым можно пользоваться и на земле, и в воздухе. Этот даш может разбивать вот эти ящики, например. В данном случае это нужно тут. Да, некоторые ключи открываются только блоком. Если блок на них упадет. Казалось бы, механики тут не так уж и много, но на ней построено очень много головоломок. Есть еще такие вот тролльские блоки. Да, и если застрял, то можно спокойно нажать R, чтобы, скажем так, перепройти уровень. Например, если бы я вот сюда нажал, то уже ничего не сделать с этим. Здесь вот надо нам собрать все три ключа и отправить мышку в поход по кнопкам, так как мне нужно, чтобы эти блоки в середине упали, и я прошел к той волшебной шляпе. Когда ее соберу, я покажу, зачем она вообще нужна.
еще тут он забавно на краю стоит. Шляпа нужна для мышки. Таким образом, когда мышка в шляпе, мы можем нажать на определенную клавишу и телепортироваться к ней. То есть вообще поменяться с ней местами. И таким образом все, первая локация пройдена. Пишут, что волшебная шляпа исчезает, как только ты проходишь сквозь дверь. Слишком плохо. Да, на каждом уровне, где она понадобится, она будет отдельно лежать, и ее надо будет каждый раз собирать заново. И таким образом нам предоставляется карта со всеми локациями. Пока, правда, доступны только две замороженные пещеры и руины красной глины. Давайте пойдем сюда. Сегодня я, пожалуй, все их и пройду. Да, тут появляются такие, как их назвать правильно, риперы, которые, когда они смотрят в твою сторону, и ты на той же высоте, что и они стреляют огнем. Это также здесь очень часто понадобится. Теперь мы можем отсюда выбраться. Главное, чтобы он нас не убил. Иначе все придется проходить заново. Теперь надо как-то добраться до ключа. Например, вот так. И можно переходить к следующей комнате. Также мышь можно вверх подбрасывать, просто зажав вверх и нажав кнопку вызова мышки. Так, а вот как здесь быть дальше? Надо подумать. Проходил я очень давно это все. Наверное, год назад. Ага. Вот как все это работает. Теперь можем взять волшебную шляпу и просто пустить туда мышку. Привет, Благомир. Когда она туда доберется, просто телепортироваться туда. Да, эти риперы могут и ее убить своим огнем. Но, к счастью, она всего лишь просто пропадает. И можно ее призвать заново. Нет, боссов в игре нет. Также есть тут блоки взрывающиеся, которые от Даши катятся. И с собой также активируют эти рычажки. Огонь риперов их поджигает и взрывает. Благомир, наверное, к секрет-агенту, так как в него я поиграл в детстве. А Crystal Caves только недавно узнал. Так, что нам говорят здесь? Практически то же самое, что и на обучении. Да. Здесь очень легко ошибиться. Думаю, сначала надо сделать защиту от огня.
Нет, все не так-то и просто. Ну как не так-то и просто? С первого раза порой тяжело догадаться, а на самом деле ничего особо сложного. Нет, сейчас слишком поздно. Вот теперь то, что надо. Так. Вот тут надо все по-быстрому успеть сделать. К сожалению, не получилось. Сейчас просто хотя бы посмотрим, что здесь происходит. Ага. Ну вот и собственно все. Вторая локация пройдена. Они тут все коротенькие, особо застревать тут негде. Вот говорят, что риперы когда-то были миролюбивыми душами, как ты. Но несправедливо запертыми здесь. Время скрутило их в то, чем ты видишь их сейчас. Можно и так сказать. И мы снова попадаем в Gathering Place. Открываются две новых локации, но мы пойдем в ту, что открылась сначала. Frozen Cavern. Замороженная пещера. Да, по вот этим ледяным блоком мы скользим. Вот нам рассказывают, что мышку можно запускать вверх. Тут, мне кажется, самый сложный — это только самая последняя локация. На ней я, по-моему, больше всего застрял. Давай открываем. Вот. Да, по льду она не бегает, поэтому нужно оперировать теми поверхностями, которыми можем, скажем так. Да, вот нам пишут, что Dash может быть использован для преодоления многих препятствий. Крыл тут такая пикселизация, что непонятно, козлик это или коза. Ага. Вот, собственно, тут нам и нужен Дашек. Так как если прыжками пытаться пройти, то мы задеваем эту кнопку, и нас расплющивает к чертям. Так, тут ничего дожать нельзя. Некоторые кнопки безалкогольное крылочь. Сегодня же воскресенье, поэтому я себе решил колу взять.
Так. Вот тут какой-то лабиринт. Ой, не лабиринт, а... хитрый пазл с блоками. Как во многих других играх. Привет, Castle Excellent. Как точно тут действовать, я уже сейчас не помню. Так. Попробуем так. Интересно, он целую пачку из четырех осилит. О, осилил. Не, крылыш не очень. Может, часик где-то, если я не шибко буду тупить. Так. Тут опять манипуляции с мышкой. И мы получаем волшебную шляпу. И кучу сбежавших дурацких лезвий. Который нам, ой, как жизнь попортит еще в будущем. Отлично, успели. Ну и все, Frozen Caverns пройдено. Теперь пойдем в нижние. Темнейшие ямы. Так называется наша следующая локация. Так, и что тут делать? Ага. Ага. Тут, кажется, на очень долго все. Хотя с шляпой не так уж и долго. Тут под конец будет, где надо будет эту мышку долго ждать, пока она будет тут круги наматывать. Ну давай, мышка, беги. Выручай козла. Да, и вот теперь она там так будет кругами бегать. Где я-то хоть? Ох ты ж, ё-моё. Нет, не успел сделать то, чего нужно. Тут главное просто быстро бежать в некоторых уровнях. Тут надо как-то вот этим вот сейчас манипулировать.
Успели. Ох, ох. Да, тут надо этими лезвиями просто всех риперов поубивать. В принципе, тут тоже я бы не сказал, что очень сложно. И даже по-своему красиво и интересно. Вообще тут все пазлы мне нравятся. Теперь нужно просто это лезвие еще убрать как-то. Так, а его оттуда... Да чтоб его! Да, вот это минус. Один неверный прыжок и все. И все заново. Рано ушел. Теперь для безопасности лучше все-таки куда-нибудь убрать эту пилу. И уровень пройден. А, уже даже вся локация. Есть силы. Которые работают на то, чтобы оставить тебя здесь. Не все хотят сбежать. И открываются еще две последних локации. Крылыч, это, пожалуй, тут оставили за кадром. Электрическая лаборатория. Ох, блин. Ох, блин. Так. Берем последний ключик и идем на выход. Да, вот тут надо, пока блок перекрывает путь электричеству, успеть пробежать. И потом выставляются блоки, которые всему электричеству их перекрывают. То есть недвижимые. Так, теперь мы подобрали волшебную шляпу и можем пытаться. Да, вот тут мышку они не заденут, поэтому можно воспользоваться ее помощью. Так. Я вот совершенно не помню, что здесь делать.
И не знаю, хорошо это или плохо. То, что мы сейчас наделали. А, хорошо. Так. Тут нам надо вот сюда вот поставить блок, который наверху. Если он упадет на одну из этих платформ. То нам крышка. Вот как он там задел-то? Да можно крыл. Я даже не против. Вот тут я, по-моему, долго застрял. Ну, так а с ней не поменяешься местами без шляпы, Кеймыч. Тут как раз Кейма. Тут шляпа для того и нужна, чтобы с мышью местами меняться. Вот сейчас сюда упал блок, на вторую ложим мышку, кладем. И проходим к выходу. А с какими читами-то? Так, тут сейчас... А, нет, не будет подставы. А-а-а. Понятно. Это я вам обоим. Про понятно. Так. Я не помню, что там делать. Да, музыка тут классная, кстати. Нет. Черт, тут же... Мышкой пользоваться надо. Для того, чтобы она эти штуки отключала. Не успел. Ну ладно, я хотя бы понял, как тут проходить это. Черт. И все равно умер, как дурак. Вот, да. Примерно вот так надо было делать. И локация пройдена уже.
Так, когда вы встречаетесь с препятствиями на пути, запомните работать... А, не забывайте работать вместе. Только одна вещь мощнее магии козел. Козла. Это магия козла с мышкой другом. Сильно сказано. И можно приступать к верхним. Крипт. То бишь, как он правильно переводится-то? Склеп. Так, все окей, все окей. Продолжаем. Итак, склеп. Тут многие головоломки будут завязаны на этих разрушаемых блоках. Например, вот это. Если бы я сначала прошел, разрушив все вот эти блоки, я бы уже не смог подняться назад. Так. Эти можно смело рушить. Эти можно смело рушить. А туда лучше мышку отправить. Так, вот тут вот я что-то плохо помню. Ага. Теперь хорошо вспомнил. Тут опять нужно учить тайминг. Не учел. Вань, я не хочу. Может быть, как-нибудь позже, конечно. Слишком рано. Опять. Да, отсюда я хоть смог выбраться. Тут вот я тоже не очень помню, что делать. На всякий случай встану тут и тут. Да, там откроется платформа, и я смогу сбежать. Главное успеть, потому что в конце включилось бы электричество. А вот оно и включилось. Вот тут будет много манипуляций с мышкой. Ее надо будет провести вот туда.
этот момент как раз есть в трейлере. Так, комната 5. Ох. Да, вот на эту комнату есть ачивка пройти ее, не касаясь тех трех нижних черепов. Ну, естественно, это все делается с помощью мышки и волшебной шляпы. И пока мы стоим на этой кнопке, у нас они не стреляют. Этим можно воспользоваться до поры до времени. Да, выбраться отсюда тяжело, если их разбудить. Так. А теперь нам просто понадобится телепортироваться с мышкой, скажем так. Вот так это проходит. И склеп пройден. Так, если ты останешься в тюрьме достаточно долго, тебе скоро станет комфортно с твоим imprisonment. Не знаю, что это. Видимо, нетерпение в тюрьму или как-то так. Тем временем направимся в следующую локацию, потерянный город. Так. Я помню, что тут надо разбивать целую кучу этих ящичков. Например, чтобы активировать нижнюю платформу. Нет, она не активировалась. Так, сейчас будем вспоминать. Что делает кнопка? Ничего хорошего. А, все, понял. Нужно поразбивать эти блоки так, чтобы они выстроили ряд, и эта бочка прокатилась по всем этим кирпичам. И надо еще потом туда забраться, не забыть. Так. Осталось чуть-чуть. Да, не так уж это было и сложно.
Тут у нас что? Хорошее начало. Посмотрим, что нам мышка сможет сделать. А-а-а. Вон как она тут устроена. Теперь-то я допрыгну. Да, если бы руки были попрямее. И комната пройдена. Так. Это туда. А если вместе... Наверное, вот так. Ой, сейчас бабахну. Бомбануло. Так. Что у нас здесь? Сюда я зря, наверное, пошел. Мне тут череп все-таки как-то надо было открыть. Наверное, надо в самый конец успеть встать. Нет, все равно не помогло. Посмотрим, что тут вообще произойдет. Этот у нас... Ага, этот эти открывает. А тот две других. Нет, не успел. Видимо, надо, когда она опускается сзади, за ними, за всеми успеть. И можно пройти. Так, о господи, тут же кошмар какой-то. Да, ад полный. Hmm.
Да, вот тут можно подзастрять. Почти успел, тем не менее. Собраться. Нет, не так. Надо получше собраться. Еще лучше. Включаем вот это. Я хотя бы примерно понял, что мне делать. Да, и вот здесь просто переждать весь этот взрыв. По-моему, есть ачивка, где надо ее пройти, чтобы они не взорвали эти коробки. И я даже не помню, как я ее почитал. Получал. И это что? Подозреваю выход. Так что пойдем сначала в... О, господи. Безумство с механизмами. Все завязано на этой механике. И это тяжело, скажу я вам. Вот черт. Нет, отсюда мне уже не выбраться. Туда мне тоже не забраться. Я не помню просто, что из этого открывает нужные мне блоки. Явно не это. Тем не менее, каким-то чудом мы это прошли. Так. Я не понял, что случилось.
механизмы тут очень суровые. Взять тот ключ. Я подозреваю, я просто не успел это сделать. Можно и вот так. Как-то можно пройти. До того момента, как вот этот блок упадет, за это тоже ачивку дают. Я просто не помню, как это сделать. Я не помню, куда здесь надо прыгнуть. Тут же даже выступов никаких нет. К этому блоку протиснуться вот так. А вот тут начинается веселье с этой мышкой. Притом мы можем еще и всех риперов сами убить вот таким образом. Это не обязательно, но это весело. Сейчас будем пытаться, что еще нам остается. Надо еще успеть тот ключик взять. Оба ключика. Еще желательно до двери дойти. Зачем я спешу?
Так, первый ключ есть. Будем ждать второй. Фух. Каким-то чудом я прошел этот ад. Переходим к следующей локации. Limestone Quarry. Да, в последней, кстати, локации будет не 6, а 10 комнат. Ох, ох. А, да, тут надо поверху. На ледяные блоки эти лезвия не могут зайти, скажем так. Ну и вот с мышкой уже будет гораздо проще. Черт, не успел второй раз нажать. Да, в принципе, все вот так вот просто проходится. Так. Ой, тут тоже эту мышку надо будет обузить постоянно. Да, тут надо было просто запрыгнуть вовремя. То есть стене точнее. Так. И теперь на выход. Что-то мне это не нравится уже. Тут надо каким-то образом собрать воедино все эти лезвие. Так. Ну, теперь, кажется, норм. Да. Вот примерно так.
Ух. Да, тут что-то тоже. Не пойми чего. Ну ладно. Попробуем туда пока выбраться. Да. Все-таки несложно оказалось. Штуки свалить эти камни, тогда что-нибудь будет. Главное все это сделать вовремя. Желательно еще это сделать правильно. А не как я. Как вам, кстати, игрушка-то? Мне вот почему-то, когда Гришу смотрел с 1001 шипом, мне она прям сразу вспомнилась. Да, вот, мне тоже она понравилась. Хоть и нарисована так скромненько, странненько, но мне нравится. Хозяин цепей. Нет, я не могу это перевести. Тем более в воскресенье вечером. Таким образом, мы подобрались к последней локации. Если вы не возражаете, я на пару минут вас покину.
И я вернулся. Ой. Нам предстоит последняя комната. Он и называется «Последний путь». Тут, в принципе, можно даже по-хитрому пройти, за это тоже дают ачивку. То есть вот так, вот так. И надо там допрыгнуть смочь. Сейчас чуть-чуть приноровлюсь. И обязательно получится. Так. Просто сложно рассчитать правильный прыжок, чтобы и об низ не удариться, и долететь. Джампа нету. Да чтоб его. Слишком поздно. Сейчас все получится. Скоро. Ну же. Да что ты будешь делать-то? Давай уже. Во, вот так вот это делается. Так, тут у нас опять манипуляции мышкой. Пока она будет тут бегать. Главное, лишних ящиков не разбить, а то будет слишком неподходящий тайминг у ее бега. Да, вот тут уже сложно. Пожалуй, вот так будет нормально. Медленно, но верно. Нет, слушай, все равно. Что-то я туплю жестко. Вот так вот это делается.
Ага. Великолепное начало. Эту комнату я помню. Это кошмар просто. Самый настоящий. Первым делом тут нужно взять шляпу волшебную. Сейчас буду вспоминать как. Красная, красная, красная кнопка наверху. Для этого мы сначала сделаем так. Потом вот так. Ставим мышку. Давай, мышка, иди сюда. Здесь открываем назад красненький. И идем к выходу. Так, что у нас здесь? Не самое лучшее начало. Еле убежал от этой штуки. Так. Черт. Ну ладно, примерно план действий ясен. Это сейчас очень нехорошо было. О, да, вот здесь вот. Мышка будет очень много бегать за нас.
А мы будем проходить, пока эта мышка там будет бегать. Вроде бы на этом миссия мышки окончена. Надеюсь, не зря я ее забрал уже. Да, все отлично. Так, а вот тут придется помучиться, кажется. Это я зря сделал. Так. Телепортируемся назад. И выход наш. Так. Нет, начало уже не то. Я помню, тут просто сущий ад. Да, для начала делается вот так. И это рано. Надо позже. Но этот пазл интересный. Кажется, не должен был туда выстрелить, куда выстрелил. По-моему, это предпоследний пазл, так как 8 из 10. Последняя комната тут всегда с загадкой. Ой, с загадкой, с просто выходом. Да, тут все делается вот так. Теперь нам нужно его согреть, чтобы он выстрелил и успеть убежать еще оттуда. Вот так вот примерно. И все, путь к выходу открыт. А вот и самый настоящий ад.
да. Это просто кошмар. Надо вспомнить, как тут. Так, вроде бы вот так. Я никак не вспомню, как я от него избавлялся, потому что он тут явно лишний. Да, наверное, вот так. А теперь нам надо взять ключ, который вот там лежит. И вы не поверите, как это сложно. Нет, не то. Вот на этот пазл я... Но он очень мешает просто, Гриш. Поэтому от него желательно избавляться. Это вот самая тут запорная комната, в которой я больше всего времени провел. И ключ тут достать очень проблематично. Надо вот этот вот блок как-то разбить. Хотя можно и так. И вот целый стадо овец, которые нам что-то говорят. Ты никогда не будешь забыт. Мы, овцы, будем петь песни о тебе и рассказывать сказки о твоих путешествиях поколениями. Ты сломал заклинание хозяина. Мы не знаем, что случится теперь, но мы свободны. Да, то есть мы бежали вместе с овечками. И вот мышка тоже сбежала. Говорит, что и не сомневалась. Собственно, обычный режим на этом и заканчивается. И мы переходим к титрам. Лэнс Токер, спасибо за игру. И цепной пиле. Ну а тем, кто смотрит это в записи, спасибо за просмотр и пока-пока-пока.